Боевой арсенал в поле. Местный житель Днепропетровска пытался спрятать в вырытой яме значительное количество боеприпасов. На расстоянии 20 метров от объездной дороги Днепропетровского района Днепропетровской области были обнаружены спрятанными большое количество взрывчатки, а также боеприпасов. В перечне спрятанного гранаты, запалы к ним, тротиловые шашки и почти 4000 патронов различного калибра. Хозяина схрона полицейские уже установили и задержали.